Меня зовут Галина, я являюсь кандидатом геолого-минералогических наук. Работаю во Всероссийском научно-исследовательском геологическом нефтяном институте. Вот. И получается так, что вообще вся моя взрослая жизнь, сознательная, она связана с геологией. То есть я считаю, что мне в этой жизни вообще крупно повезло. Я очень люблю свою профессию. Я очень люблю нашу землю, причем земля именно вот, как у меня здесь написано, да, с большой буквы земля, то есть земля как планета, а не земля как почва. Вот. Понятно, что все мы знаем, и вы, и я, и все знаем, что существуют планеты, существуют звезды, галактики, но вот сами про себя подумайте честно, часто ли вы про это вспоминаете? Я тут немножко вот как раз хочу рассказать, что о том, скорее всего, это даже другой мир, потому что там другие расстояния, другое время, есть даже такое понятие, геологическое время. И вообще, как психологи говорят, бывает очень полезно подняться вот над ситуацией, и посмотреть шире. То есть, ну, будем расширять свои горизонты. Тем более, можно сказать, что камни, которые мы все с вами любим, они как раз принадлежат вот этому вот другому миру, в котором совершенно другое время. Сейчас это такой просто краткий экскурс, я вам напомню. Солнечная система. Что мы все живем в Солнечной системе. Видите, как она достаточно логично, геометрично, красиво устроена. Мы видим вот четыре планеты земной группы. Это у нас получается Меркурий. У меня мышку интересно видно? Не видно. Вижу Да? прекрасно. Направо уйди, и мышка видит. Да? Стоял, что? Ой. У меня даже тут указка для окошки. Нет, а у меня есть указка Сейчас я ее такая. сделаю нормально. А лазерной указкой не очень удобно Да? пользоваться. Удобно. Да? Ну ладно, пусть она мышкой Вот. так удобно. А это точка интересная. Вот, значит, у нас... Как же она, интересно, все-таки у меня переключается. А там какой-то другой зверь должен Ну, поменяться. просто, чтобы указка была. Вот. Да, просто я говорила, что четыре планеты земной группы – Меркурий, Венера, Земля, Марс. Они так и называются – планеты земной группы. За ними идет пояс астероидов. И дальше также все симметрично. Мы видим четыре планеты-гиганта. Юпитер, Сатурн. Потом у нас что-то есть, кроме этого. Получается, значит, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. И за ними также идет такой пояс. Только он называется не пояс астероидов, а пояс Койпера. Он так называется, потому что, то есть, это не твердые тела, то есть, ну, они не каменные тела, они состоят из жидких, то есть, там аммиак, водород, вода, вот эти вот такие ледяные, так сказать, небесные тела. Когда я училась в школе, планет было не 8, а 9. Потому что был еще Плутон. Кто знает, в 2008 году его исключили из статуса планет, просто потому что стали появляться более современные методы исследования, новая аппаратура. Ну и оказалось, что Плутон всего... Я, по-моему, трогаю микрофон, да? Да, ну, оказалось, что, в принципе, Плутон, он является частью вот этого вот пояса Койпера, потому что стали находить другие планеты, и их оказалось много. Вот. Вот как выглядит наша Вселенная. Когда мы смотрим на небо, особенно, ну, в Москве это вообще на самом деле звезд не видно, но в принципе, когда вот мы уезжаем, чтобы не было засветки, нам кажется, что оно темное. На самом деле это не так. Конечно, оно у нас такое неравномерное, вот это вот тело, ой, это Вселенная. Где-то она освещена больше, где-то меньше, где-то вещества больше, где-то меньше. Вот, если мы еще приблизимся. Вот, на самом деле Вселенная, она состоит вот из таких, как бы сказать, нитей. Это именно связано с тем, что, как я говорю, что вещества у нас где-то разрежены, где-то они побольше, и они прям реально соединяются с такими нитями. Это реальная фотография. Конечно, она с фильтрами, это понятно, но это реальные фотографии, которые существуют. Тут привела вот такую вот картиночку нейрона головного мозга. Просто мне кажется, что они похожи.
Точно так же, знаете, как вот в детстве, я не знаю, всегда сравнивала, что вот есть атом, который состоит из ядра, вокруг него вращаются электроны, протоны, нейтроны, и Солнечная система. То есть как вокруг Солнца, значит, вращаются наши планеты. А в детстве это где? В детском саду представлялся? В школе. Вот. И тут думаю, просто когда увидел фотографии, думаю, ну, на самом деле так похоже, еще главное, фильтры такие одинаковые сделаны, делают их похожими. А, да, кстати, я хочу сказать, что у нас же формат встречи свободный. Я вообще буду рада, если вы меня будете прерывать и задавать вопросы. Вот, это галактика, спиралевидная галактика. Это, конечно, не наша галактика, потому что мы сами себе селфи сделать не можем, но это точно такая же галактика, как наша, которая называется Млечный Путь. Вот, это уже макет именно нашей галактики. Вот мы видим, что она тоже неравномерное строение имеет, представлена такими вот рукавами, то есть где-то разреженное вещество межпланетарное, где-то вот межзвездное, где-то они больше скопления. Итак, Дмитрий уже как-то про это рассказывал, ну вот адрес Земли у нас какой получается? Солнечная система, вот это мы, да? В смысле Солнце. Солнечная система, галактический рукав Ориона, вот он такой идет, да? Галактика Млечный Путь. Но здесь, кстати, хочу сказать, что такая тавтология, я почему-то раньше тоже не знала, что галактика с греческого и так есть молоко. Ну, то есть молочный-молочный. Да. Галактика Млечный Путь. Мы находимся в местной группе галактик скопления Девы. Вот такой вот у нас адрес во Вселенной, межгалактический. А что такое местная группа галактик? Это их там порядка 50 штук, но на самом деле они, по-моему, каждый год увеличиваются, потому что открывают все новые и новые, поэтому цифры везде будут в интернете разные. Это именно те галактики, которые как-то влияют друг на друга. Между ними существует какое-то притяжение. Вот. И значит, начнем с того, что вот возраст Вселенной у нас считается сейчас по расчетам 13,7 миллиардов лет. Как образовалась Вселенная? Ну, в принципе, никто не знает. Но считается сейчас одна из таких точек зрения, что был большой взрыв, и значит, с тех вот с 13,7 миллиардов лет назад все это межгалактическое вещество начало разбегаться с большой скоростью. Для меня вот... Ну, вообще, по-моему, для человеческого мозга представить, что что-то бесконечное, там, ну, бесконечность вообще сложно представить, вообще, по-моему, с ума сойти можно, если про это думать. Вот. То есть, и они не то, что, допустим, от центра галактики все разбегаются, да, все вот эти звезды от центра Вселенной, все звезды и галактики, они разбегаются еще и с ускорением, то есть скорость у них увеличивается у всех этих небесных тел. Вот. Возраст Земли у нас всего-навсего, по сравнению со Вселенной, 4,7 миллиардов лет. Сейчас считается. Но могу сказать тоже, за время моей учебы она подревнела. Ну, то есть раньше нам называли другую цифру. Да, ну, по-моему, да, точно, 4,2. Сейчас вот меняется. Ну и, соответственно, возраст Земли, он равен возрасту всей нашей Солнечной системы. Вот, тут просто немножечко, чтобы, да, представить всю эту непредставляемую глобальную... Вот, представляете, какая мы вообще песчинка вот, по сравнению со всем вот этим? Вот про расстояние. Просто эти цифры выписала, потому что я их так не помню. Расстояние от центра нашей галактики, вот центр нашей галактики, здесь максимальное скопление вещества, до нашего Солнца 26 тысяч световых лет. Световой год, это понятно, это расстояние, за которое проходит луч света. Луч света, мы знаем, что ничего быстрее его нету, то есть скорость света это 300 тысяч километров в секунду. И в принципе получается, что мы смотрим сейчас на вот эту вот, на звездное небо, мы видим прошлое. Ну, как минимум, если мы смотрим в пределах нашей галактики, это было 26 тысяч лет назад. А если мы посмотрим на всю нашу Вселенную, вот ближайшая к нам галактика Андромеды, она входит в эту же местную группу галактик, да? Галактика, она удалена от нас на 2,5 миллиона световых лет. То есть что там сейчас на самом деле происходит, неизвестно. Мы смотрим в прошлое таким образом. А по структуре оно похоже на фрактал или это как бы иллюзия? Я честно просто не знаю. В принципе, да, потому что они очень геометрично устроены, я думаю, что их как раз можно сравнить с фракталом. Ну и галактики у нас же разные бывают. Наша вот спиралевидная, например, галактика. Бывают, в принципе, просто круглые галактики, бывают эллипсы. Но вот все, что я вот смотрю, вижу, так же, как и вот и кристаллы, кристаллическая решетка, оно все очень так это структурно построено. Это просто красивая картинка. Это так мы видим наш центр как раз нашей галактики, Млечный Путь, который я показывала, как фотографируют их телескопы. Ну, а это просто с Земли вот так вот видно, если нету засветки небесной. На самом деле тоже почему-то многие удивляются, я когда вот эти вот эту фотографию показываю, говорят, неужели это на Земле? Да, это на Земле. Просто мы не так часто смотрим вверх, и не так часто бывает такое хорошее небо. По-моему, это даже Архыз, ну, вот мне так кажется. Вот. Да,
То есть оно прям так, да, реально так и видно. Вот. Эту фотографию, ну, в смысле, эту картинку Дмитрий точно уже показывал. Ну, я повторюсь, но я думаю, что это, наверное, ничего страшного. А у нас народ ротируется, поэтому у нас... Я вот тоже думаю, чтобы лекция, в смысле, рассказ мой был цельный, я немножко повторюсь. Земля наша в разрезе. Ну, тоже мы все, наверное, знаем, что Земля на самом деле, она не круглая, она имеет форму геоид, поэтому вот эти вот циферки всегда будут разные. Вот радиус Земли по экватору, скорее всего, везде она будет одинаковая, потому что это именно по экватору, то есть диаметр, это самая большая, да, величина. А вот радиус до полюсов будет один, до экватора будет другой. Так, значит, Земля, что мы тут у нас в разрезе видим? Это ядро, которое состоит из двух частей, внутреннего и внешнего. Здесь подписаны примерные градусы. Мантия и вот наша кора, на которой мы живем. Кора — это всего 40 километров. Радиус же Земли составляет, ну, 6300 километров. То есть это меньше 1%, ну, почти 0,5%. Вот, это земная кора. Скважины, допустим, с нефтью, они бурятся примерно на глубину 3 километра. То есть это вообще ни о чем. Самая глубокая скважина, я про нее еще расскажу, Кольская сверхглубокая, она 12 тысяч, в смысле 12 километров. Вот, ну, по сравнению с 40, это тоже ни о чем. Вот. Здесь у меня тоже такая вот выноска есть. Это про то, что есть вот такие у нас понятия, как кора, мантия, ядро, а есть другие, возможно, вы где-то слышали, литосфера и астеносфера. То есть как они между собой соответствуют. Литосфера, она не равна земной коре твердой, то есть она включает в себя земную кору плюс верхнюю часть, ну, возможно, скорее всего, твердую мантию. И вот получается, что вот это вот все твердое плавает по более жидкой астеносфере. Вот. Здесь показано, как раз взаимодействуют между собой материки. Вот. Так, сейчас покажем следующий, как раз про дрейф континентов. Карта, извините, почему-то она у меня украинская, но она мне больше всего нравится. По-украински подписана, но она самая какая-то такая. Вот, тоже уже показывали. Вот как раз границы наших литосферных плит. Опять же, вот то, что вот это вот называется мобилистская теория строения, да, литосферных плит Земли, она появилась, ну, вот, относительно недавно, то есть это где-то 70-е, 80-е годы прошлого века. То есть, ну, в принципе, недавно. Раньше существовало, ну, сейчас существует до сих пор, полярные точки зрения, есть фиксисты и мобилисты. Фиксисты считают, что преобладают вот такие вот вертикальные движения земной коры, то есть вверх-вниз. Мобилисты как раз считают, что у нас все вот так вот движется горизонтально. Ну, и сейчас, на самом деле, это преобладающая точка зрения. Вот, здесь показаны стрелочки, то есть плиты расходятся, ну, и сходятся. Где-то тут вот должно быть, оно туда, вот, да, Индостан туда приплывает, вот. Здесь даже вот показана эволюция континентов. Они все время плавали. Насчет вот этой картинки спорная, я не согласна. Считается сейчас, что не существовало такой вот большой суши. То есть, ну, были какие-то разрозненные такие вот острова небольшие. Потом сформировался большой материк Пангея. Вот. Он причем вытянут был с севера на юг, который раскололся на два, Лавразия и Гондвана. Ну и вот, собственно, мы приходим к нашей, к современной, как у нас сейчас расположены континенты. Вот несмотря на то, что тоже все время смотришь, кажется, вот это, ну, 100% же сюда вот подходит, ну, точно же, раз отсюда она откололась. И, вот, тем не менее, вот именно вот эта вот мобилистская теория, она, ее долго не признавали, что континенты могут так вот плавать. Типа, ну, как так? Земля же у нас твердь. На мой взгляд, у фиксистов вообще же не осталось. Есть. Вы не поверите, потому что геофизиков много фиксистов. Да. Так, точно, что как клавиш, так вот оно все происходило. Значит, они скоро умрут, они старые, значит. Ну, наверное, да, все же меняется, все, что не выживает, оно у нас все вот вымирает. Вот. Вот как раз эти вот границы плит. На самом деле, здесь вот показано, в принципе, это практически такой рельеф дна и есть. Вот срединно-океанических хребет. И прям видно, прям вот по рельефу можно посмотреть, там любую карту взять, если океана, будут видны вот эти вот границы плит. Тут показано, как плиты между собой могут взаимодействовать. То есть первое, это зона коллизии называется, это когда просто одна плита сталкивается с другой. Всегда приводит пример Гималай, потому что это наши самые высокие горы на Земле. То есть у нас самая большая, это Джомолунгма, 8848 метров. Вот. Другая, значит, если они где-то сталкиваются, нет, тут еще опять сталкиваются, но это именно на континенте. Вот. Также они могут сталкиваться так, что когда одна плита давит, другая уходит, ну, как сказать, вот подгибается туда и уходит вниз. Вот это уже на океанической коре происходит.
Вот тут показано в таком виде и в таком виде. Это опять та же вот самая картинка, вот как она у нас уходит вниз. И сейчас считается, что именно... А, нет, еще не сок, да, это... Вот здесь как раз у нас формируются самые глубокие впадины. Допустим, Марианская впадина. Кстати, у нас впадина туда расстояние больше, чем наверх, чем вот Эверест, чем Малунгма. Потому что вот Марианская впадина, у нее самая глубокая часть около 11 километров. Вот, и... Если они где-то сходят, что они где-то... Самая высокая гора, на самом деле, Маунулова. Да, она тоже порядка 10 километров. Просто у нее на 6 тысяч, по-моему, или 4 тысячи над водой торчит. Остальное у нее внизу. Ну, внизу легче жить. Меньше разрушается, вот. Ну и, соответственно, если они где-то сходятся, плиты должны где-то расходиться, вот. Как раз среди океанических хребет. Вот они, видны. Он везде, фактически, они проходят по суше. И вот только вот в одном месте, видите, прям сердечком таким. Это Исландия. То есть вот, поэтому, конечно, я туда поехала смотреть, как же это все происходит. А, ну еще забыл сказать, умные слова, как они называют, что зона субдукции и зона спрединга. Вот, это мои фотографии из Исландии. Как раз вот, ну сейчас, по крайней мере, как. Вот, вот этот вот разлом, который как раз отделяет и евроазиатскую плиту от американской. Тут север-юг перевернуто, поэтому вот это вот североамериканская плита, это вот наша евроазиатская плита. То есть вот он, этот разлом. По нему все ходят, гуляют сейчас. Там сейчас раздвижение есть? Реально? Да, да. Оно реально раздвигается, вот, допустим. То есть, причем там посмотришь... 20 метров в год. А нет, ну вот именно в Исландии. В Исландии, да. Да, да. Причем именно вот здесь. Там даже маяки ставят. Они, по-моему, там же удобно наблюдать. И там как раз они вот такими GPS-ами как раз замеряют вот эту вот скорость. Ну, потому что там самое удобное место. Год на год не приходится 2-4 сантиметров. Очень быстро, на самом деле. Вот мне тоже, кстати, удивительно, там вот еще были цифры подписаны, да, тоже хотела ваше внимание акцентировать, то есть там есть даже и до 10. Причем они, как правильно сказали, что год на год не приходится, они по-разному. Сегодня, в смысле, вот она на 2. Это как раз кордильера, это да. В Чили. Там, да, у них самая большая скорость получается, да. Я тут хотела сказать, что вот видите, то есть там тоже видно. Там, да. Они тут, да. Имеется в виду, что плита Наска ныряет, быстрее всех плывет, короче говоря. Тихоокеанский, это он быстро спрединговая зона. Да, быстро. Это именно Атлантический океан. Ну, типа медленно, да. Но все равно, представляете, сантиметры в год, и мы все время куда-то плывем. Ну, двигаемся. И там все вот такие вот структуры, то есть видно, они прям расходятся. Ну, да, так вот. Вот везде. То есть это вся вот такая зона растяжения, растягивается. Это, кстати, на Камчатку похоже. Такие вот, как они называются-то, веревочные лавы. То есть там все полностью, вся Исландия, она сложена вот продуктами, естественно, магматизма. Потому что, конечно, там, где у нас двигается земная кора, она же там рвется, и туда, оттуда выходит мантия. Там уже лава. Подводные, вот они. Это же вот они, да. То есть так... Столбчатые, они только... Они да, ниже уровня. При подводных извержениях. Просто так интересно, как муравейник такой сложенный, то есть, ну, какими-то такими спичечками. Эти вот столбчатые, да, базальтовые. Да, эти лавы. Есть вот комплекс «Дайка-дайка» в Исландии? Вот не видела. Может быть, есть, но нам не показывали. Мне кажется, особенно как раз все, что нужно. Я тоже думаю, что да, то есть там, наверное, должно быть. Вот как раз вот интересно все вот это вот было посмотреть. Значит, про методы исследований. Сейчас, наверное, еще немножечко расскажу про вот эти вот про зоны раздвижения. Ну, получается у нас, что нету такого, что что-то вот прям спокойное, что вот раз кора сформировалась и она существует миллиарды там миллионы лет. Нет, на самом деле все как в жизни. У нас вот где среди океанических хребет, где зона спрединга, там у нас происходит зарождение новой коры. Она рождается вот постоянно. Там где у нас существует зона субдукции, вся как раз вот эта вот плита, она уходит вниз. То есть она, получается, что переплавляется. Методы исследования. Вот. Откуда мы вообще можем знать, сколько у нас тут земле лет, сколько у нас лет породам? В принципе, существует у нас два метода, два пути исследования. Да? Это определение абсолютного возраста
и определение относительного возраста. Абсолютный возраст – это у нас как раз время образования породы, да, современной. И исчисляется оно в миллионах лет. Это достаточно такой вот, то есть у него погрешность большая вот у этого возраста, у этого метода. И определяется оно по распаду радиоактивных элементов. У меня тут всего два перечислили, на самом деле их намного больше. Вот уран свинцовый и калий аргоновый. Потому что, то есть мы знаем период полураспада, соответственно, мы можем вычислить возраст этих пород. Тем не менее, тут тоже не все так плохо. Ой, не все так просто. Во-первых, погрешность большая, да. Во-вторых, откуда брать? Сейчас, вот, допустим, последние исследования, которые я читала, что мы часто определяем как раз вот эти вот, этот возраст по, допустим, зернам циркона. Удивительно, но в центре у циркона один возраст, по окаймляющейся, получается, там изменения были какие-то, другой. И вот из-за этого сложно сказать, какого возраста порода. Вот. Относительный возраст, то есть это получается относительно понятно по самому названию. Это время какого-либо события по отношению к времени другого. Ну, то есть относительно какого события это произошло. Тут тоже существует несколько методов. Основные это палеонтологический. У меня тут аммонитик там нарисован. Трилобит. Получается, что мы знаем, когда жили. Все, сейчас вот еще покажу вот эту вот геохронологическую шкалу. Кстати, раздаточный материал можно брать. Когда они жили. И следующий метод, это стратиграфический. Просто вот видим, здесь приведен такой разрез. При нормальном залегании слоев, естественно, каждый вышележащий слой, он будет моложе, чем подстилающий. Все понятно. Но тут тоже существует много нюансов, потому что, как мы видели, существуют горы, они сминаются складки, складки бывают даже перевернутые, существуют разломы, надвиги. Но, тем не менее, вот именно на этом основан стратиграфический метод. И еще существует палеомагнитный метод. У нас во многих породах существует железо, и при остывании они именно, как сказать, запоминают ориентацию север-юг магнитных полюсов. Вот, и я не знаю, допустим, знаете вы, не знаете, но в принципе, вот сейчас говорят, да, у нас меняется полярность Земли, ну, где-то я там читала. В принципе, да, у нас северный полюс, причем он достаточно сильно, он очень сильно мигрирует, смещается к югу. Именно магнитный полюс, не ось земная, а магнитный полюс. Значит, это зафиксировано всеми геофизическими приборами, и на протяжении вот всей истории Земли это происходило достаточно часто. То есть просто менялась полярность. Магнитный полюс северный и южный, они менялись местами. Вот. И единственное, что вот мы в своих геофизических кругах спорим, интересно, насколько это быстро происходило. Ну, быстро в геологическом понятии тоже это такое относительное. То есть быстро это могло быть, если это какие-то тысячи лет, это уже быстро. Вот он менялся, вот так он постепенно, вот он сейчас плывет туда, вот на юг, да. Вот он также дальше будет постепенно плыть, или он потом раз и поменяется полярность, быстро произойдет. Вот, это науке неизвестно. А с чем это связано? С чем связано, тоже неизвестно. Вопрос возник еще по поводу циркона. Ты упомянула, что центральная часть более древняя, чем внешняя. Может, происходило переплавление? Скорее всего, происходило переплавление. Это была затравка. А, да? Потому ну, что циркон он очень высокотемпературный минерал. Но он не мог расти там, миллиард что? Лет. Да, вот он не мог расти, по идее, миллиард лет, наверное. Почему? Или мог. Если он в первичном веществе, при первичной адгезии, при первых реакциях образовался, скажем, 4 миллиарда лет, да, то дело обычное для циркона, кстати говоря, вот, то потом, когда он к верхней мантии, так сказать, подвинулся, начался опять поступление материала, и он сменился ряд элементов, которые распались, да, вот, и те, которые в него попадали при росте на эту затравку, они имели совсем другой возраст. Причем там же границы у них очень, между прочим, не такие, что вот они растянуты во времени, они именно такие, что в какой-то момент эта затравка, да, резко, да, и поэтому все как раз и ученые и, значит, все время ругаются на цирконе вот эти методы датировки, да, что все это. На самом деле, конечно, я как раз сейчас сижу и улыбаюсь. Почему? Потому что, конечно, сейчас столько много данных уже по той же самой стратиграфии, в первую очередь по стратиграфии, скажем так, по новейшей, по фанерозою, да, что шкалу надо бы ее
Она меняется же постоянно. И сейчас очень многие говорят, что никакие не 500 миллионов, все гораздо быстрее происходило, и что эту шкалу надо как бы омолодить, существенно омолодить. Вот. Вот я хотел как раз по этому поводу пока вот, про стратиграфию говорим. Ты как считаешь, есть данные о том, что омолаживать шкалу, что на самом деле пермский период был не 250 миллионов, а, скажем, ну, не 25, конечно, не в 10 раз, а, скажем, гораздо ближе. Я единственное, что могу сказать, что все было намного сложнее, потому что сколько я живу, она постоянно меняется, весь этот вот возраст. Нет, я говорю, но, что... скорее всего, может быть, у нас, допустим, нижняя граница, да, вот эта вот, она постоянно удревняется. То есть она все больше, да, больше и больше ниже, становится. Ниже, мы все ниже и ниже, опускаемся, да. Опускаемся. Как они между периодами. Ой, допустим, в этом международном стратегическом комитете там постоянно такие споры идут вот про возраст, это вообще. Ну, кстати, про циркон, почему-то вот мы все время считаем, что это именно переплавление было. Не знаю почему. Ну, это, конечно, науке неизвестно. А там могут быть и рост, и переплавление. Эти процессы один другому не мешают. И просто это так сильно влияет на возраст на самом деле вообще. Конечно. Из какой части взять? На самом деле, на мой взгляд, как сейчас стремятся, то же самое Борис Шкурский, он как раз на своей лекции говорил, что сейчас гораздо интереснее определять возраст по включениям в алмазах. Потому что вот алмаз, у него, вот как был там C16. Где же столько алмазов-то найти? Да, вот. Ну, а искать, и он пачками добывает. Нам вот в Керне надо, цирконы там есть, а вот... С алмазами как-то. Как определяет возраст вот этих океанических пород, которые там работают, берут массу большую. Ну там цирконов так не найдешь. Ну, как бы нужно извлекать. А вы тоже цирконы видели? Это перемалывают. Да. Ну, у нас получается. У нас так же. То есть, что мы же из Керна берем, то есть просто его. То есть там вот в Керне найди там циркон, чтобы у него зоны еще там появились. Слушай, ну базались там цирконы, они вообще месипучечные. Ну так вот в том-то и дело. Ну, и вот поэтому одну пробу взял один возраст, другой вообще другой. Ну, то есть да. Как там соотнести, поэтому вот сложно бывает. Усредненные. Десятки там. В общем, среднюю температуру. Да, Получается средняя температура, да. Вот здесь как раз у меня приведена вот эта вот шкала. Это именно палеонтологическая. Вот все наши периоды. Будет перерыв, возьмете. Ну, давай, назад, да, здесь будет. Здесь подписан возраст. Ну, кстати, да, наверное, потому что здесь не очень видно. Может, так удобнее будет смотреть. Тут-то мелко напечатано. Вот, знаете. Некрасивые штуки. Да, обязательно. Вот с другой стороны здесь показано. Тоже, блин, почему-то плохо видно получилось на самом деле вот на этой шкале. Вот основные руководящие группы фауны. Вообще, в принципе, все наши организмы как развиваются? Они всегда развиваются по синусоиде. Зарождение, расцвет, вымирание. Вот. Есть какие-то тут дольше всего жили, допустим, вот в фораминифере. Они как зародились у нас в венде, которому сколько там, 500 с чем-то лет, так они, в принципе, до сих пор и живут. Вот. А у нас, значит, вот, здесь у меня вот такая колоночка есть. Массовое вымирание организмов. В принципе, на Земле, ну, понятно, что организмы вымирают постоянно, но было вот эти вот 5, это прям глобальные вымирания. Вот вы только представьте, ну, вот первое, допустим, ордовикско-силурийское вымирание. Вымерло до 60% всех существующих видов Земли. С чем это связано, неизвестно, это было очень давно. Земля снежок. Ну... Замерзли. Вот, да, и существуют разные точки зрения. И астероиды кто-то считает, что падали. Опять же, связывают с древком. Сначала астероид упал, потом все замерзло. Потом все замерзло. Еще и древ, еще и древ континентов. Вот. Скажите, а может появиться вот в наше время какие-то животные, о которых мы типа не знаем? На самом деле, ну, появились или нет, во-первых, они могут, а во-вторых, открывают постоянно новые виды. То есть где-то мы про Землю, на самом деле, у меня тут доклад, как называется, знаем очень мало. Но мы не... сколько динозавров появится? Динозавров нет. Потому что вот эти вот ветви все существуют. Появляются, конечно, какие-то такие достаточно более мелкие виды. Ну, в смысле, по размеру. Чего мы раньше не видели. Мы же пытаемся, все это изучаем. Потом, что было у нас какое-то
что у нас? У нас слишком сейчас не та пропорция кислорода. Дело в том, что все вот это гигантизм динозавренный, да, он был связан с тем, что был другой состав атмосферы. И сейчас такие животные, как динозавры, они просто не хватало, не будет хватать кислорода просто для движения. Сейчас просто сменился состав в первую очередь. Размер. То есть кислород влияет на размер. Конечно, конечно. Вот. Насколько легче его получать из. То есть пропорция количества кислорода в общей атмосфере. А значит ли это, что жирафы тоже исчезнут? Они по сравнению с динозаврами и пропорциями их легочного аппарата и так далее, и мышечного аппарата, жирафы это то, что он высокий, это еще ничего не значит. Вот. Например, есть нематоды донные, да, у них длина может быть там до 40 метров, понимаешь. Ну вот они вот такого. Ну, черви, да, круглые черви, нематоды. Да, вот. Да. Вот. Живут такие, представляешь, в океане. Сейчас? Они... Сейчас. Червяки такие есть. Да. Дюна. Но они глубоко... Да, дюна, я сразу подумала. То есть они существуют. Они существуют, да. Кроме того, если ты увидишь... как они охотятся, потому что у нее тело спрятано в илу, а там вот такая штука, как вот показывают, да, вот это вот, зубы по кругу, причем зубы, они там размером там, 3-4 сантиметра, вот такая голова, размером с мою руку, да, которая вот так вот, причем говорят, что именно креветку и туда... с нематод рисовали дюну, этого червя в дюне. Да, конечно. А есть ли какие-то доказательства? Да, потому что они. Дело в том, что черви, вот про них лучше всего догадаться, что они, извини меня, кушают и какают. И все это происходит в одном и том же месте, в илу. И поэтому, как мы видим, во многих породах следы, так называемые следы илоедов. Она знает прекрасно, что следы илоедов, когда у нас формируется первичный ил, да, в океане, и там вот эти илоеды начинают, они там. Они разные. Они есть, которые охотники охотятся на бентос, который плавает, а те, которые кушают всяких там мелких рачков, которые внутри ила. Они их ням-ням, и у них все это выходит напрямую туда. А плотность этого меньше, и поэтому, когда порода в конце концов уплотняется, а потом происходит выветривание, это вот чуть-чуть более рыхлая порода, она выветривается в первую очередь, и очень красивые получаются породы с этими дырками огромными и так далее. Вот, поэтому еще нематоды? Ну, разные. Там нематоды это главный класс вот этих вот кольчатых червей. Да, 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 да. Вот. Так что ты посмотри. Правда, эту биотурбацию, на самом деле, очень часто ее тоже изучают все как раз литологи. Как называется? Биотурбация. Биотурбация, вот. Вот их называется. Это такие ходы остаются от их. Да. Вот, у нас делится вся история Земли. В принципе, это можно сказать, на две части именно для палеонтологии. У нас вот здесь вот на рубеже Вент-Кембрий произошло очень главное такое событие. Появился скелет у организмов. До этого были бесскелетные, поэтому как-то идентифицировать именно по палеонтологическим остаткам вентскую фауну фактически не представляется возможным. Мягкие отпечатки сохраняются плохо. И тем более, если им 500 миллионов лет, так и тем более. Там водоросли, да, то есть как раз вот показывал, что их было очень много. Там строматолиты, да, есть. Но они как раз уже вот... Они там прям как это, прям вот плита, вот и сиденья. Причем они такие вот, они как раз даже, да, да, тоже именно огромные. Но они появились именно как раз вот на рубеже, получается, верхний вент Кембри. То есть до этого, да, они все были бесскелетные. Дело в том, что строматолиты, это все-таки колониальные водоросли, да, и их основное, так сказать, возможность их увидеть и их отпечатки находим за счет чего? За счет того, что между слоями вот этого паренхимы, да, вот это тело биологического, да, у нас постоянно там попадает какой-то тонкий и так далее, да. То есть мы видим на самом деле то, что пыль, грязь вот внутри океана, да, которая застряла между слоями паренхимы. И потом это уже уплотнилось, и мы видим просто концентрическую вещь и другой состав породы, вот, собственно говоря. Вот. И, кстати говоря, то же самое происходит и вот самые, которые сейчас древние бактерии нашли, вот это гудзонский там, гудзонский, если хочется сказать, ярус, там же почти под
1 800 000 000, да? Там тоже опосредственно, то есть доказательств нет, но отпечатки уж настолько хочется ученым верить, что они бактериями оставлены, что они в это верят. И они стараются возраст как можно, так сказать, удревнить. Да? Ну, все время, он правда реально все время удревняется, тем более людям еще этого и хочется. Вот как раз то, что, про что мы и говорили, что вот этот вот возраст, граница вот как раз Вент-Кембрий, скрытая явная жизнь, там протерозой, фанерозой, она все время удревняется, потому что находят все ниже, в смысле, если мы смотрим по разрезу, все ниже и ниже, все древнее и древнее, именно скелетную фауну. Все вот меняется. Здесь у меня показаны картинки, что здесь вот у меня прям трилобиты ползают. Как раз они появились в Кембрии, хотя расцвет у них был как раз Кембрий-Ордовик. Здесь у нас кто появились? У нас появились трилобиты, брахиоподы, те вот эти фораминиферы, которые живут до сих пор. Вот тут, конечно, в камневедов потрясающая коллекция. Я просто принесла, чтобы что-то в столе лежало, посмотреть, как раз все вот эти вот. Вон трилобит валяется, марокканский. Хотела кратко тут немножечко рассказать как раз по всем вот этим вот нашим системам. Вот, ордовик. То есть они все, как мы определяем возраст? Потому что по вот этим, по руководящим, палеонтологи как определяют, да, по всем вот этим руководящим группам фаунок, здесь было множество видов. Знаем, в какое время они появились, в какой расцвет, именно что вот конкретно вот этот вот вид, допустим, трилобита жил в такое-то время. Это, по-моему, ордовикский. Как раз. Вот. И когда они закончили свое существование. Вот следующий ордовик, это 485 миллионов лет, произошел выход животных на сушу. И, в принципе, там массово как раз водились все вот эти многоножки, скорпионы, вот такие вот ползали, те же самые трилобиты. И именно вот на границе после ордовика, вот что я говорила, произошло первое массовое вымирание. Когда что-то у нас вымирает, сразу это дает рост чему-то новому. Появилось много других новых видов. И как раз вот в Девоне, допустим, появились насекомые, появились папоротники. Папоротники очень древние, на самом деле, растения. Вот. Но уже как раз вот силур, рыбы появились, да, вот. И Девон, силур, это как раз уже получается, что почти вся наша земля была населена, то есть была куча живности, что на и растительной, и во всех этих морях. И как раз вот здесь вот именно девонские гигантские рифы, в которых мы сейчас нефть ищем, формировались. В Девоне тоже, кстати, произошло такое достаточно большое вымирание. Не особо тоже понятно, с чем оно связано. Тоже существует, вернее, масса теорий. То есть это и климат, это же опять и дрейф континентов, и какие-то иноземные, типа астероидов. Там вымерло тоже порядка 50%, это второе было глобальное вымирание, вымерло более 50% животных. Галя, я хотел остановиться, ты верни картинку назад. Обычно, когда проходят, значит, вот палеонтологию, да, всегда, вот, никогда нельзя говорить про рыб через запятую. Знаешь, да, почему? Потому что произошло такое событие совершенно глобальное, колоссальное, да? То есть все то, что фораминиферы, они родились, да, и живут до нашего возраста, да. То есть у нас планктон, зоопланктон, они все имеют экзоскелет, то есть внешний скелет. И трилобиты – это экзоскелет, насекомые – это экзоскелет, да. А вот развитие, а мы с вами имеем все эндоскелет. То есть у нас основа нашего, то есть раньше как было, вот он защищается, а внутри мягенькое. Да, там все нервные трубки и так далее, и так далее. Вот. А вот этот переворот в том, что пошло по другому пути развития уже строения тела. То есть что произошло? Всегда, вы знаете, насекомые линяют, и всегда экзоскелет их сдерживает от развития, так сказать, каких-то бесконечных форм. Да? Почему, опять же, черви такие длинные бывают? Потому что у них нету вот этого экзоскелета, они как резиновые, понимаешь, они могут быть очень большие. И вот этот период именно появилась эндоскелет, и уже пошла совсем другой развитие. Совсем другая вещь, да, да. Поэтому он всегда выделяется про рыбу, но я, да, я через запятую сказала. Да, вот. Появление рыбы в силуре было. Они сначала появились ведь не
хрящевые. А что такое хрящевая рыба? Это почему скелет? Потому что у тех же самых протоакул, да, вот, это трубка нервная, да, но она подвержена всяким проблемам, да, сломалась нервная трубка, почему стала, сначала появился позвоночник, а позвоночник появился для чего? Чтобы защитить нервную трубку, когда стало формироваться у нас уплотнение, чтобы протомозг, да, потом стал появляться, чтобы защищать мозг, там, и так далее. А уже потом стали уже там отрастать, чтобы там двигаться и прочее. То есть, в первую очередь, сначала защита нервного вот этого узла. Угу. Карбон перм – это появление рептилий. Динозавров знают все, но это, в принципе, вот, тоже же рептилии. Вот они у нас как раз появились. Огромные насекомые вот такие вот летали. И как раз после Перми, я еще протряс сказать, на границе как раз Перми и Триаса была, это, по-моему, самое массовое вымирание было. Там как раз огромная вулканическая активность. Вот мы когда смотрим, если у нас есть множество всех вот этих вот пеплов, туфов, они именно триасовые. То есть это всю землю, прям вот это такое глобальное событие, что охватило всю землю. Это вот, ну и почти все вымерли. И как раз это тоже ожидало рост и рептилиям. У нас уже тут Юра. Начинается это уже другая эра как раз, другая эра начинается с Триаса, которая называется Мезозойская. Вот, он у нас здесь, Триас. Вот, и как раз вот Юрамил, здесь прям вот расцвет был всех этих наших любимых динозавров. Здесь были аммониты, вот эти вот билимниты. Появились зубастые птицы, то есть впервые тоже стали летать. И это все было именно здесь. Вот археоптерикс, они реально жили. То есть вот если посмотрим по вот этим вот черненьким, как у нас здесь их много-много-много, и здесь вот прям был расцвет. И потом, опять же, после мела, это было последнее глобальное такое вот вымирание, вот здесь вот. Да, и это появилось, исчезли все вот эти вот гигантские, динозавры, они же были огромные, исчезли все вот эти вот гигантские животные, и это дало рост, они появились немножко раньше, но именно расцвет млекопитающим. Мы с вами млекопитающие. А сколько были гигантские насекомые, вот это, в карбоновый период? Да, в карбоновый. Да, по 6 метров стрекозки были. Я хотела сказать, что там несколько метров, по 6, не знаю, но там прям вот метрами, да, их измеряют. Где-то есть, если вы приезжаете, то ее катались. Да, конечно. Вот, и только совсем недавно, 2,8 миллионов лет назад, у нас начался так называемый четвертичный период, и с ним связано появление человека. Причем 2,8 миллионов лет, или даже немножечко помладше, это именно человек был, человек умелый. То есть, так, этот каменный век. А бывают окаменелые вот эти 6-метровые стрекозы? Отпечатки. Отпечатки, конечно. Отпечатки. У них кетин, он сказал, он прекрасно сохраняется. Кстати, насекомые очень хорошо, так сказать, сохраняются. Нет, ну все, что мы знаем, это мы не придумываем, то есть это, да, оно реально все найдено, да. Либо скелеты, либо отпечатки, либо даже вот, то есть ходы тоже изучают всех этих хилоидов. Да. Визуально они не особо изменились, на самом деле, просто утрированно, говорите, увеличились размеры, да, там, сейчас уменьшились, а были крупные, и вот раз там коп порода находится, да, там кусок, фрагмент, и в ней прям отпечаток остался. То есть она внешне прям можно четко сказать, о, да, это стрекоза. Вот, ну, условно, да. Коррелируются вот эти все козявки, они достаточно хорошо. Да, вообще считается, что амфибии и рептилии, ну, в первую очередь амфибии, поползли из воды наружу, потому что первые, кто убежал из моря, потому что была конкуренция, их жрали, этих трилобитов там, так сказать, лопали все подряд, там все эти осьминоги и так далее, кальмары ими питались. Они убежали из моря, и поэтому насекомые вышли первые. А уже, так сказать, хордовые, да, то есть, ну, со скелетом, а лягушки смотрят, блин, там жратвы полно, а тут меня кто-то жрет в воде. Дай-ка я буду выползать и периодически насекомых лопать. Вот. И, собственно говоря, наши более развитые, так сказать, да, вот они пошли за жрачкой, потому что развитие как раз время выхода вот, в конце девона связано с тем, что другая, опять же, атмосфера, вот такие вот насекомые, поэтому пищевая база во какая. Надо всегда
во всех делах, вот все эти биологи, палеонтологи, они в первую очередь разбираются, чем дышали и что жрали. И отсюда происходят все вот эти вот, так сказать, коллизии с изменением, кто куда пошел, кто чем стал заниматься. Вот. И кто ел вот таких стрекоз? Да, и... Вот такие вот лягушки. Вот такие вот лягушки. Рептилии их и ели. Потом рептилии. Тут звероящеры. Звероящеры, они же фактически, это граница между амфибиями и рептилиями. Да? Ты сходи в палеонтологический музей. Там. Вот лягушка сидит, она вот такая вот, в два этих стола, понимаешь? Ну, это амфибия. Вот. Ну, стрекоз нету. Все были такие. Ну, стрекоз нету нигде. А стрекоз таких уже все, уже схавали они раньше. Все были увеличенные, правильно я понимаю? Ну, конечно. Мне казалось, что они... Другая, конечно, да. Нет, там жили фораминиферы, они микроскопические, в принципе, были. Да, все микроскопические, да. Тут как раз хотела сказать вот такое, что в принципе, то есть наша Земля пережила столько катаклизмов, вот все, это же вообще, просто сейчас говорят, что вот мы там на нашу Землю убиваем ее, вот точно нет. Человек единственное, что может изгадить себе, это свою собственную среду обитания, ну вся вот эта вот экология и все. Земля, она же пережила гибель этих всех динозавров и всего прочего, что... Но опять же, что любая гибель чего-то ведет к росту чего-то нового. То есть, что, ну вот, зато вот тут вот в этом вот, место после того, как освобождается, место освобождается, да, наконец-то смог появиться, вот именно развиться млекопитающий, появился человек. Слушай, а вот по твоим прикидкам, сколько времени, вот произойдет какой-то катаклизм, все люди умрут. Все умрут. Все умрут. Все умрем. Ну, сколько природе хватит времени, чтобы, ну, условно, стереть человеческую цивилизацию? Я думаю, что это хватит очень быстро, но, тем не менее, все вот эти вот, я хоть и говорю, что это глобальное, да, вымирание. В принципе, мы находим, да, достаточно это большой срок был. То есть он в геологическом времени мгновенно произошло. Да, на самом деле это не год и не десятилетие, это, например, тысячелетиями. Столетиями, по крайней мере. Обычно считается такое нормальное, что почувствовали, да? От 2 до 10 миллионов лет восстановление. Считается очень быстро. Какая цикличность, вот это только сейчас, да, так, присутствует? Или же оно, ну, то есть, просчитывается? Ну, вообще, ты понимаешь, посмотри, если ты посмотришь на вот эти 40, да, 535, 485 разница, да? Приблизительно везде 50-60 миллионов лет. А с чем связаны 50-60 миллионов лет эти большие циклы? Дело в том, что вот как раз, когда нам Галечка показывала центр галактики, и мы находимся на первой трети, да, вот на первом кругу, да, и есть некая галактическая ось. Там даже у тебя была размечена карта, да, там ноль, там север-юг, да, есть некая галактическая ось. И так как вот эти рукава галактики вращаются, то приблизительно Солнечная система вот в этих рукавах, она в том же самом месте приходит приблизительно там через 55-62 миллиона лет. Да? Почему? Потому что она еще не просто двигается по кругу, она же еще и разбегается, это сдвигается. Да? То есть там движение происходит еще внутри галактики. И то есть некий ряд событий галактически. Да, запускает у нас, потому что все вообще зависит от космоса, на самом деле. Я всегда говорю и словами Вернадского, и всем вам повторяю, и пытаюсь, что мы все процессы, которые мы изучаем, должны только в связи с космосом изучать. В первую сказал, да, простите, сферы там и так далее, что мы в первую очередь планета, а уже вторую очередь мы Земля. Потом мы Земля. Да. Скорее всего, четких таких периодов не выявлено, тем не менее, если это наложить, да, то есть это как раз будет вот такое вот. Они могут меняться, там большая погрешность. Вот до сих пор, например, ученые спорят, мы не знаем, мы сейчас находимся на пике потепления, сейчас пойдет похолодание, или мы еще до этого пика потепления не дошли. Ну, сейчас же все говорят, кто-то говорит, что глобальное потепление, кто-то говорит, что глобальное похолодание. У кого-то все тает, у кого-то, наоборот, холодно. Вот мы знаем, что мы где-то вот рядом на самом деле. Но рядом это тоже может изменяться десятками и сотнями лет на самом деле. Вот, сейчас еще закончим про этих товарищей. Ой, про палеонтологию. Это вот ископаемые, а это, конечно же, художники представляют, что ну вот так, наверное, вот эти вот аммониты выглядели, как они плавали. Это именно, что я здесь
показы, именно вот эти вот руководящие группы фауны, они называются руководящие, что именно по ним палеонтологи определяют возраст. Были такие какие-то группы, ну, динозавры, они вообще, то есть в истории Земли жили недолго, по ним неинтересно определять, не получится. Какие-то были достаточно... Их мало просто. Ну, их и мало, то есть, ну, они же огромные еще, то есть в Керн тоже не поместится. Да, пожалуйста. И что именно, чтобы было большое разнообразие видов, чтобы мы могли определять. Некоторые, допустим, какой-то вид там живет с Кембрия, до сих пор живет и не меняется, то есть по нему возраст не определишь. А именно по вот этим, вот эти вот чертовы пальцы, то есть, в принципе, такие кальмарчики были. Фораминиферы, это все, естественно, под микроскопом считают, что они были вот такие. То есть они даже жили-то, в принципе, за большей частью за пределами своей раковины. Они маленькие, хотя их именно вот как раз просто что удобно и нефтяникам, что мы их находим в Керне, и по ним определяем возраст. Но, тем не менее, где-то даже... Они живут сейчас, вот они такие же, где-то есть что несколько сантиметров по размеру. Ну вот. Трилобиты так ползали. Были еще такие тоже достаточно хорошая, в смысле, руководящая группа фауны. Мшанки, которых все путают с двустворками. Ну, в принципе, для человека, да, похоже. Что двустворки, что мшанки. Основная их разница в том, что у них симметрия разная. У двустворок она левая, правая, а у мшанок верхняя, нижняя получается, да. И, в принципе, брахиоподы... То, что мы нашли в Москве, да? Вот, да-да-да, вот эти брахиоподы. Вот они, в принципе, даже вот эти родственники, получается, мшанок. Мшанки, они, по ним сложно возраст определять. Я их привела, просто вот они такие. На самом деле, достаточно вот такое, наверное, тоже часто встречали. Ну, встречали, находили. Да. Сейчас будет перерыв, подойдите, посмотрите. То есть вот это и вот это, в принципе, это родственники. А я думала, что это кораллы. Ну... Ну как? Кораллы, а кораллы не животные? Кишечно-полосные. Да, кишечно-полосные, конечно. Они же родственники, и ракушки, ты что думаешь? И осьминог, и брахиопод, это все родственники, это же род моллюска, да? То есть это все кишечно... Они моллюски, тут написано, да, кишечно-полосные, да. А тут членистоногие кишечно-полосные. И, кстати говоря, вот акулы, откуда они зародились, рыбы первые, да? А это вот сейчас мы можем увидеть, когда коральчики вот друг друга там оплодотворяют, да, и у них специальная такая личиночка выплывает, и... Плывет, ищет там партнерочка. И потом эта личинка все... Да, и она все увеличивается. Они животные. Она увеличивается. Я забыл, как называется эта штука-то. Которая плавает для спаривания. Вот. Красивое название. Да, у меня просто выскочило. Вот. И рыбы оттуда произошли. Это вот как бы следующий после моллюски. Откуда рыбки-то? Это вот плавучие вот эти вот. Сегодня вечером будем смотреть, как спариваются кораллы. Да, давай. Это детективная история. Детективная история, да. Господи, как же она... Там можно сейчас кто-нибудь посмотреть в интернете. В общем, это, короче говоря, отстегивается и плывет. Навстречу. Это у меня последний слайд до перерыва, до моей сейсморазведки. Просто тоже, чтобы представить... Ну, это тоже часто встречается, на самом деле. Все, наверное, знаете. Часы вот эти вот, да. Ну, только они, циферблат тут не 12, а 24, ну, чтобы можно было показать. Просто представьте себе всю глобальность, сколько наша Земля жила. Вот начинается с нуля, то есть это вот формирование Земли, 4-7, которое там было написано. Ничего долго не происходило вообще. В 2 часа 36 минут у нас зародилась жизнь. Это появилась первая молекула РНК, просто молекула. Вот. Прошло еще достаточно продолжительное количество времени, и в 3 часа 39 минут ночью у нас появилась одноклеточный организм. Хорошо говорит. Вот. И опять, смотрите, долго-долго, вот как раз это с 3:30 до дня ничего не происходило. Вот. То есть это все были одноклеточные организмы, они пытались развиваться. И вот как раз где-то 11:28 появился кислород в атмосфере. Вообще, ну, все нормально, ночью спим. Они, в смысле, спят. Ага. Вот. Появление кислорода в атмосфере – это очень значимое событие. Во-первых, это и для геологических процессов, именно для камней, ну, для жизни тоже тем более, конечно. Вот. Появился кислород, развитие, ничего не происходит. Свободный кислород.
свободно, да, именно что свободный кислород. Вот. И именно в 17:44, уже ближе к вечеру, появление первых многоклеточных организмов. Вот вы только представьте, сколько времени, да, прошло, появились первые многоклеточные организмы. Так, за сколько у нас? До 9 часов опять ничего не происходит. И тут уже дальше пошел с колбас. Жизнь, она все, как сказать, все ускоряется, что вот процессы, да, жизненные. Вот 20:58. Формирование озонового слоя, и это связано с тем, что организмы наконец-то наши смогли выйти на сушу. Формирование озонового слоя. 22:49. Появление первых динозавров. 22:52. 22:52 они умерли. Ошибка просто у меня. 3 минуты. 3 минуты. То есть в этом, да. Жили 3 минуты. А, нет, вот. У меня вот здесь вот какая-то ошибка. Здесь кто-то еще, значит, появился. Эх, извиняюсь. Ну, ладно, все равно, да, почему-то дублируется. Или тогда. Ну, вот они вымерли. И только в 23:59, тут еще циферки стоят, чуть ли не там не 59, появился человек. Это было 2,8 миллионов лет назад. То есть вот это вот вообще, то есть в формате Земли это ни о чем. Вот да. Такая вот у нас глобальная история. Ну что, перерывчик? Вот перерыв, а потом ребята. Я, да, про это. Простите, слушайте, а вы там не скрывали? Юль, вот у этих вот червей, у них вот этот рот с этими зубами, а оттуда они, кстати, вот креветка, они захватывают, у них тоже такой язык, они их раз и туда к себе тянут, я потом уже... То есть вот этот цветок, который там, Джуманджи, он прямо вот это, как это он нравится вот эти черви, понимаешь, которые... Монстры. Да, монстры. Есть такой фильм, недавно вышел, Дюна, там тоже прям главный герой черви. А вы не смотрели Дюну? Надо посмотреть. Я сразу его возьмила, и у меня столько жизни было. Да. Теперь вот... Откуда мы вообще все это знаем? То есть про палеонтологию мы немножко поняли, что это всегда отпечатки, да, или эти... Не отпечатки, а организмы вот такие вот, которые скелетные. Вот тоже абсолютно известная, значит, такая картинка. Сейчас с моей указкой разобраться. По-моему, это тоже все время показывает вот эту вот картинку. Считается, что у нас есть вот... это вот граница. Это как раз граница перехода земной коры и мантии. То есть это подошва земной коры, она называется смешно граница Махоровича. Так как людям достаточно сложно это выговорить, запомнить и понять, кратко это называется граница Моха. Вот. Но Махоровичич на самом деле такой реально был знаменитый ученый, хорват, серб. Ну вот поэтому такая фамилия. И также вот одна граница, а вот вторая граница, которая у нас условно считалась, что разделяет гранитный слой и базальтовый слой. Вот эта вот граница, она называется граница Конрада. Вот, ну и считается, что в целом, как я уже говорила, земная кора у нас 40 километров где-то приблизительно. И она разная. Вот под океанами у нас кора, земная кора тоньше. Ну и состав у них, как видите, другой. Здесь два слоя, здесь один слой. Вот. Откуда же мы все это знаем? Есть такая наука, как сейсморазведка. Это как раз то, чем я занимаюсь. Вот у нас здесь такая картинка сделанная. Вот, значит, у нас залегают слои. И, в принципе, как я всегда объясняю, что такое сейсморазведка, да, это то же самое, что УЗИ. Ну, то есть делают УЗИ человеку, а это делают УЗИ Земли. Вот здесь происходит источник возбуждения. То есть можно, когда мы были на практике с студентами, то есть просто стучали кувалдой. Ну, то есть, в принципе, это такое микроземлетрясение, то есть маленькое микроземлетрясение, и вот разложена коса с сейсмическими приемниками. Ну, то есть... Здесь стукнули, у нас как звуковая волна идет. Вот она пошла, от какого-то слоя отразилась, пришла. Ну, так как стучат не один раз, то вот оно все идет. Ну и в принципе она, конечно, отражается не только от одного, она вот отражается от одного слоя, от другого, от следующего. Вот, и мы получаем вот такой вот похожий разрез земной коры. То есть, вот откуда, да, мы все эти границы знаем? Вот оттуда. Вот эти вот... Выглядят они вот так. Вот эта вот штука, я как-то один раз давала интервью, тоже когда еще была молодым специалистом, и все время рассказывала про вибраторы. Вот эта штука называется вибратор. Ну просто у нас, допустим, это абсолютно вот на сленге, то есть никаких других мыслей, кроме вот такой машины, не возникает в принципе. Да-да-да, вот эти как раз они, потому что они реагируют на вибрацию. То есть здесь вот у него, видите, такая вот большая вот эта вот, как сказать, платформа, вот, и она стучит. То есть вот эта штука, она весит... Да, они реально существуют.
она весит 20-40, от 20 до 40 тонн, то есть бывает 20-30, бывает 40, вот. Они так встают, бывают группы, бывает один, но один это мало, они группой стоят и стучат, вызывают червя. Типа вот такого. Это один спуск. С кротами хорошо бороться. Вот это один, то есть когда мы просто именно создаем вот такую вот, да, вот вибрацию. И второй способ, это взрывы в скважину. Бурится небольшая скважина, порядка 10, там, допустим, метров, ну, 10 метров, в принципе, тоже, конечно, много, но для сейсмики это ни о чем. Закладывается обычный заряд, тротил, и вот они взрываются. Тоже получаем микроземлетрясение, ну, а тут рядышком стоят приемники. Ну, это, по-моему, лед на реке Дровет. Нет, нет, это сейсмика. Да, это реально сейсмика. Ну, кстати, почему здесь оно вот так вот, в смысле, делится, не знаю. Это наши сейсмические фотографии, похожие вот. Как-то встречала, вот, как-то встречала, интересно так, в интернете статью, то есть не верьте всему вообще, чему там пишут, назывался, да, «Кто расчертил землю?», статья так и называется, и там она большая, на несколько страниц, там разглагольствование от того, что Сибирь, глухая тайга, и вот такие ровные, вот, ну, то есть, ну, полоски, ну, или даже клеточки, такого быть не может, 100% инопланетяне, ну, как минимум. Что они говорят, ну как, то есть это кому? Это мы. Кому приспичило в глухой сибирской тайге вот так вот разлиновывать? То есть это экономически невыгодно. Но он там про Ямал писался, по-моему, Ямал как раз, ну, похоже, по крайней мере, то есть на наш север. То есть, ну это же никому не нужно, это точно человечеству не нужно. Тайга — это тундра, да? Тайга — это тундра, да. То есть они всегда, вот полосы, они остаются достаточно долго. Если вы полетите с самолета, будете смотреть именно на нашу Сибирь, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, то, что все, что за Уралом, такое встретить достаточно часто. Прямо с самолета видно. Такую вот картинку. Опс, такая, значит, тетрадочка, ну, в клеточку. Вот. Это мы проводим сейсморазведку. А если специалист с юмором, то там будут рисунки, стоит. Это будет очень дорого, да. То есть полупали. Это рубят. Это просики. Это, Лена, да. Я тебя люблю. Ну, в принципе, можно, да, только это будет очень дорого. То есть это рубятся профили. Если останется время, я вам даже фильм покажу, который там наши мальчики-полевики снимали. Он такой, вообще. А если это болото, там именно идет накат. Просто накатываются, что это вот набор уплотненный такой снег, чтобы там можно было взорвать его или постучать. Вот. Ну и в результате получается вот такой вот сейсмический разрез. В принципе, тоже на УЗИ похоже. Вот он такой. То есть если его прочитать, кто умеет, то есть, ну видите, тут даже вот видно несогласие. Вот здесь видите такие складочки, да, видны. Здесь уже совсем другая картина. Вот какая-то граница. Вот несогласие подходит, что-то выклинивается. Вот так мы их и интерпретируем. Именно оттуда берутся все вот эти вот, отсюда, вернее, берутся все вот эти вот границы. Галь, а в первую очередь разделение идет по плотности породы, да? По скорости. Скорость распространения, но это же от плотности зависит. Ну, плотность у нас плотнее тело, тем быстрее скорость. Да, но плотность у нас измеряется, допустим, 2,6, 2,8, а скорость у нас в солях 2000 метров в секунду, в карбонатах она 6000. Ну, в смысле, порядок-то разный. Да. Поэтому вот, ну, понятно, что чем более плотное, как сказать, тело, тем быстрее распространяется скорость. А это что понятно. Нефть, в таких случаях? Нефть, алмазы. Ну, все, что угодно. Ну, я лично нефть ищу. Не надо бурить. То есть, когда вот ты у тебя выяснилось вот эту, рассказывай дальше, что да. Потом идет после этого. Да, вот это в любом случае это дешевле, чем пробурить скважину. Пробурить скважину, особенно глубокую, допустим, до 5 до 6 километров, это стоит миллиарды. Ну, миллиард. То есть. Рублей? Знает, да. Ну, не доллар, слава богу. Это очень сложно. Это называется интерпретация. Вот это роскошная красота. Она тут такая. Нет, это не наши картинки. Это из интернета. Ну, это что-то пермское. Ну, что-то такое красноцветное. Просто если, допустим, даже сравнить, что у меня вот тут вот было, да, видите, такие вот складочки. Вот. Похоже. То есть я всегда всех тоже, студенты к нам приходят, учу, читайте сейсмический разрез. То есть это прямо разрез земной коры. Точно так же, как обнажение. Ну, это вот обнажение. В принципе, они похожи. Вот какая-то складочка формируется, здесь даже что-то выпирает, ну, какое-то. Вот тут тоже просто обычный геологический разрез. Здесь вот оно, обнажение. Ой, не согласие. Помните, несогласие, вот они. Да. Какая-то граница несогласия, вот они все упираются. Ну, а это уже совсем пошла тектоника, это складки, причем они такие опрокинутые уже, то есть, ну, такие в ту сторону. Здесь. Геологи, когда фотографируют, они всегда ставят молоток для масштаба, чтобы было видно. Вот. Сейчас покажу именно, как мы работаем. Вот, сейсмический разрез.
Вот. Ну, то есть там просто был черно-белый, я вам показывала. Можно в любом, как сказать, в любых фильтрах все это изображать. Вот оно получается такое, ничего не понятно, правда? Вот. Мы рисуем вот такие вот границы. То есть, что мы изучаем? Во-первых, есть скважина. Скважина — это точечная информация, как я сказала, она уже дорогая. Чтобы понять, что вообще там происходит, можно соединить от скважины до скважины профилем. То есть какие-то границы подсекли, мы их увидели, мы их, значит, прокоррелировали, нарисовали. Точно так же мы всегда изучаем и обнажение тоже. То есть что мы все где-то же не выходит на поверхность, ну, бывает, например, нам находится складчатая область. Вот нарисовали границы. Ну, в результате вот получился такой вот геологический разрез. Вот уже видны надвиги. Это, кстати, это Приенесейская, кстати, зона. Дальше там пошел уже Енисей. Поверхность Муха, это мы рисовали. Ну, в смысле, 40 километров. Но, естественно, это понятно, что чем туда дальше, чем глубже, тем помех больше. Это сколько ему надо этому звуковой волны. Тем больше трактований. Раньше еще, вот как раз в советское время, даже вот эти, я вам показывала скважины, да, вот эти вот взрывы, что там закладывают. Раньше закладывали даже эти ядерные туда. Ядерный заряд, чтобы как раз прострелять до поверхности Махаровича. Вот здесь у меня в километре, вот здесь у меня, я не вижу, сколько у меня километров. Может, тоже достаточно глубокий, 16 что ли. А в чем это все рисуется? Просто извините, в моем времени все вручную. Нет, сейчас, конечно, вручную это не рисуется. Это специальные программы, дорогущие программы. Они стоят тоже миллионы. Не, руками мы не рисуем. Сколько лет используется? Ну, лет 20 точно, ну, как минимум. То есть... То есть сейчас она нету ни аналоговой записи, непонятно, что сейчас карандашиками даже никто не раскрашивает. Здесь нефть. Это интерпретация. Это еще дойду. Да, то есть это как раз вот надо думать. Бывает вот этот вот профиль, как я показывала, ну, как они стреляют именно вот профилем как раз разрез идет, да. А бывает, это называется система разведка 3D, в модификации 3D. Бывает, прям вот такой куб получаем. Можно его вращать, как хочется, как раз во всех этих вот программах. Тоже вот оно интерпретируется. И вот мы смотрим, какие бывают слои, где тут может быть нефть. Вот, то есть вот такие вот структуры, видите, какие тут. Это все на глубине, ну, порядка 2-3 километров. То есть мы все это видим, что происходит. Именно вот так вот изучается наша земля. Вот еще такая, например, красота бывает. Поверни, пожалуйста. Посмотрите, что говорит. То есть целиком захоронена какая-то горная система. Посмотрите, да. Она существовала, да? Вот там снизу видно подвижки. А потом, посмотрите, постепенно. Вот она сама разрушалась и своими, так сказать, частями засыпала впадины. И в результате, видишь, потом уже горизонтально. Вот геологи все время как раз так вот рассуждают. То есть вот ты на это смотришь и должен как раз придумать, как раз, что там где засыпало, где разрушалось. Да. То есть вот я когда смотрю, да, на вот эти разрезы, я как раз представляю, что там было 200 миллионов лет назад, но мы обычно там нефть ищем, да. На этом возрасте. Юра мел. Потрясающе все это видно, конечно. Да. Видно очень здорово. То есть можно сделать такой вот слайд, здесь у нас вот такой вот рельеф. В советское время такой не нарисовали, да. Ну, светская, наверное, да, не было. Ну, с этим разведки 3D много лет. А, если вы слепите, да. Скажите, а я уже не совсем поняла. И это делается с помощью этих машин? Да. Вот они стучат? Да. Вибро-платформы, да? Да. Вибраторы. Великое значение вибратора. Что вот мы можем посмотреть, что находится у нас под ногами. Если геологи, которые вот с молотками бородатые ячки ходят, это только обнажение, то это именно вот то, что у нас происходит в земле, у нас под ногами. Это вот один слайс. Точно так же я могу посмотреть на этом уровне, на этом, ну, точно такое же вот все. А, то есть ты берешь, выбираешь, да. А вот этот слой, покажи мне, да. Вот тебе раз, ну, просто, и 3D, ну, просто, вот, ну, просто здесь вот этот вот интересовал, ну, вот его, а так на любой уровень, ну, есть, на, как, всю, как на, всю, книжки, на всю глубину. Да, причем оно объемное вот такое вот получается. Здесь вот такая красота, вот если, ну, сначала ничего не понятно, кажется, что абстрактная картинка, но оно все, вот фильтр, вот они, да, фильтры показаны. Тем не менее, вот посмотрите, в принципе, это же речные системы. То есть вот они, реки текут. Вот здесь меандрируют, вот они все. Здесь какой-то просто большой такой поток вот отсюда, вот прям вот идет. Вот. То есть вот это вот, мы можем смотреть рельеф, ну, то, что горы, да, в предыдущем слайде были. А можем смотреть вот такое вот, это уже как раз условие осадка накопления. Вот. Здесь написано, что у меня русловые. Русло, я еще люблю смотреть мир с высоты.
у меня тут называется. Это я фотографирую из иллюминатора самолета. Мне так нравится. Ну, это еще зимой, это как раз Западная Сибирь, вот это вот опь. А ты работаешь на границе Западной Сибири и Восточной Сибири? Не, я везде работаю. В смысле, я и в Западной Сибири, и в Восточной, и на Кавказе, и везде. Вот бывают вот такие вот реки, бывают вот такие, видите, у них прям косы вот намываются. И вот мне понравилось здесь, что именно вот этим вот льдом, ну, лед, снег, вот это зимой, да, вот подчеркивается вот это вот строение. И как раз вот на такую смотришь и пытаешься сравнить, вот как было раньше, 200 миллионов лет назад, как сейчас и как раньше. Метод аналогии называется. Ну, тоже вот эта вот топи прям большая. И точно так же видно, как они накладываются, как они одно русло древнее. На самом деле русла, они очень быстро мигрируют все. Даже сейчас, если смотреть топо карты, ну, буквально, допустим, 50 лет назад, да, я вот сейчас накладываю на современную съемку, но мы же их тоже снимаем, вообще уже русло в другом месте. Как-то стреляли речной профиль именно по реке. На карту на топографическую наношу, он идет по суше. И никак не могу, то есть, ну... заказчику показываешь, что некрасиво получается. Представляете, что это все черно стреляли? Нет, это осадка накопления. Ты насвоил с дюны явно. Надо, кстати, было показать вот эти вот их на фасиле, они очень красиво в керне смотрятся, но и вообще, то есть мы их часто используем именно вот. Прочери, вот здесь как раз это мой профиль, я тоже опять была, по-моему, молодым специалистом, вот он как раз до масштаба нету, но он до 50 километров. Вот, в принципе, ну вот какая-то такая картина, что бы это такое могло быть. Но вот интерпретируется вот это вот все, вот она, как верхняя мантия. То есть все, вот она, граница Махоровичича, граница Моха подписана. И сейчас вот видите, там на картах было, на рисунках было подписано, что гранитный слой, базальтовый слой. Сейчас расскажу про Кольскую сверхглубокую, сейчас так уже говорить некорректно. Поэтому здесь условно не названо гранитогнейсовый и гранулитогнейсовый слой. Ну, понятно, что и гранулиты, и гнейсы — это метаморфические породы, которые то есть, под большим температурой и давлением образовывались, просто у них структура немножко разная. Вот так они рисуются. И, конечно, вот то, что это проинтерпретировать сложно. Другой человек нарисует по-другому. Но я вот так вот нарисовала. И это я к тому, что всегда есть вариант разный, именно интерпретации. Вот сейчас вот так, завтра оно будет по-другому. И даже каждый человек вот эту нашу реальность интерпретирует по-своему. Уже почти перешли даже к нефти. Да. Тем древнее. Это вот метод стратиграфический. Да. Сейчас почва? Да. Культурный слой, я так понимаю. Нет, я имею в виду, вот есть там базальт, моховая, да, вот эта часть. Вот эти вот слои сверху, как народ? Ну, кстати, он как раз очень... Же, извини меня, дело в том, что этот слой не нарастал. То, что у нас наросло, во-первых, в Подмосковье, на самом деле, это все было в глубине океана. Вот мы ходим по известнякам с тобой. Вот. Причем слой этот наших подмосковных известняков, там, скажем, ну, возьмем карбон, да, он у нас в Подмосковье. Вот прямо вот, где мы с тобой сидим, сейчас слой карбона где-то около 300-400 метров. А был 600, да, был 600. И пока ледник был, пока другие эпохи были, поднялось это, когда все из моря, это были все вот эти вот известняки, да, чтобы можно было представить себе. Ну, например, если кто был, ну, на Синае, например, да, Синай вот выскочил из глубины океана, есть где-то гранитные горы, а там вот эти вот огромные горы известковые, это то, что поднялось со дна океана. И вот они рассечены, там вот это Петра, вот эти песчаники, то, что размывало. И вот та почва, на которой мы с тобой сейчас находимся, на самом деле это вот все смывало, размывало, ты говоришь, откуда намыло, на самом деле все это уменьшалось. У нас всегда, вот то, что ты видишь тоже, это тоже отлагалось, скорее всего, в океане. Видишь, совершенно горизонтально, да, это же морские осадки. Морские осадки. Просто это то, что мы видим. И эти слои сейчас в каком-нибудь Мексиканском заливе, они формируются. Вот там есть геосинклиналь, и со всей там Америки, с Юкатана туда реки тащат все подряд. Плюс там кораллы растут, коралловые постройки, и это все нарастает. В какой-то момент там средняя Мезоамерика будет подниматься, потому что там активная зона со стороны Тихого океана, там вулканизм, Гватемала и так далее, там самое большое количество сейчас действующих вулканов.
И в конце концов, вот этот Миксенский залив, он будет подниматься, подниматься, и в конце концов прекратит свое существование. Но это будет там через 20-40 миллионов лет. И эти породы, которые сейчас ты не видишь, они будут как раз то, что вот она интерпретирует. Они будут на поверхности, будут разрушаться. То есть всегда у нас вся поверхность Земли, значит, что-то погружается, где-то что-то поднимается. Да? Есть такой закон изостазии. Да? То есть это закон весов. Да? Угу. Вот. То есть, и вот это у нас всегда уравновешивается. Поэтому то, что они интерпретируют, это когда-то было днем одно море. И все это когда-то было поверхностью, всегда дневной. Вот да. Это вот. Вот, да, вот то, что как раз Дмитрий говорит, да. Существует такое понятие, как уровень компенсации. Все, да, что уровень. Выше, стремится разрушиться, да. Все, что ниже, стремится, стремится заполниться. И, в принципе, постоянно происходит такой круговорот. У нас магматические породы, вот они из мантии, ну, по каким-то вот этим вот идут, они формируются, формируются горы. Как только мы вышли на вот этот вот уровень компенсации, сразу все пытается разрушиться. Но горы при этом все равно растут. И мы смотрим, что, ну, что-то побеждает либо вот эти движения, которые да, вверх, снизу, либо которые да. Вот разрушаются. Да. Наоборот, океан да. Поднимется, грубо говоря, да. Но сейчас, например, падут, видишь, почему Гималаи высокие? Ну, не факт, потому что может быть. Индостанская плита со всего размаху, со всей дури долбанула по евразийской плите. И она продолжает давить. И продолжает давить, и у нас горы Гималаи растут, они не остановились еще в росте. И фактически вся дуга, вот вся вот эта Гималаи, потом Иран, наш Кавказ, Крым, потом Карпаты, Альпы, Пиренеи, это все вот эта подвижка. Просто там в Гималаях много мест, там вот такое выросло, там, понимаешь? Вот, вот здесь вот как раз написано вот но, этапы складчатости. Друзья мои, да, да, что очень важно. И все было бы гораздо по-другому, если бы у нас на Земле не существовала атмосфера и гидросфера. Это да. Понятно, да? То есть это главные факторы, которые как раз и выравнивают все. Ну, я тоже еще всегда говорю, что, в принципе, идеальная форма шар. И, в принципе, природа пытается все время вот это все уравнять. Ну, то, что вот все, что выше, это растет, все, что ниже, все ямки пытаются засыпаться. И вот то, что я тут не зря показывала, те, которые у меня были палеорики, которым 200 миллионов лет, ну, которые я интерпретирую, мне кажется, что это реки. И вот они современные. Когда, они точно так же, они захораниваются потом, когда-то мы их вот точно так же будем смотреть. Или наоборот, те они когда-то всегда были на поверхности. Мне, знаете, еще все время так бывает, как сказать, интересно. На любую экскурсию приходишь, и гид говорит, представьте, вот здесь когда-то было море. Все таки вау! Блин, море было везде всегда. То есть, в принципе, осадка накопления всегда морская. Ну, не всегда, но в большей части морской. Там происходит сильная скорость, большая осадка накопления. Вот здесь оно тоже накапливается, континентальная осадка накопления, но его количество по сравнению с морским, оно ничтожно. То есть, ну, в основном, все, что мы смотрим, да везде здесь было море. Все, что мы видим. Гималаи когда-то были морем, то есть они как-то накопились. Вот эти вот, это же, ну, если это не магматические, если это осадочные, да, какие-то породы. Оно вот так. Про нефть. Вот, будут такие скважины. То есть, это, видите, она такая высокая, да? То есть, это потому что огромные трубы туда вот опускают. В принципе, нефть у нас залегает порядка двух, у нас, например, в России, да? Порядка 2-3 километров. Вот. Эти, на все тут 2-3 километра их надо пробурить, опустить вот эти вот колонны. Когда бурят, иногда достают вот такое вот, такие штуки, это называется керн. То есть, это именно по диаметру трубы. Бывает труба вот такая вот маленькая, бывает труба вот такая вот большая. И вот здесь мы как раз изучаем. Здесь фораминифер можно найти. Да. Ну, эксплуатационная, конечно, нет. Да. То есть это именно буровики, я говорю, что не любят. Бур — это вот такая штука, она вот вращается. И, в принципе, ей легче именно в крошку все это измельчить. И оно потом с водой вымывается из ствола скважины. А это уже добыча, это просто качалка. Когда-то она была вот такой, ее пробурили, эти колонны спустили вниз. И вот она качается вот так вот. Да, добывают нефть. Ну, это какая-то одиночная. А сейчас обычно, нет, обычно так, кустовые они. Ну, они вот такие. Вот, то есть, вот это я тоже снимала, да, когда подлетали к Когалыму в Западной Сибири. Когалым, раньше рассказывала, не все знают, что такое Лукой. Это Лангепас, Урай, Когалым. То есть три города. Оттуда, потому что пошло. Вот это Когалым, это буква К из Лукойла. Вот, самолеты, они смотрятся вот так. То есть это вот повыше, вот эти кусты. Вот они так отсыпают. Видите, это болото. То есть мы нефть добываем, ну это уже просто близко. Это прямо около этого аэродрома стоит, вот эта вот скважина Когалымского. В принципе, это все находится вот в болотах. Это нужно все это отсыпать, потому что пробурить. Ну и вот они такие получаются. В
принципе, вот, вот сколько много дырок натыкано в земле. Вот, это про нефть. Мне еще так интересно, обычно, когда я говорю, что вот нефть, у людей такое представление, что вот у нас реки текли на поверхности, и вот так же под землей течет нефть. Ну, типа, такими же реками, ну, нефть, она же течет. Ничего подобного. На самом деле нефть, она вот в таких вот породах. То есть вот не мягче. То есть вот здесь видно, что ее нету, значит, она была бы такая коричневенькая, да? Но, в принципе, это коллектор. Вот эти вот. А коллектор — это как раз такая штука, где может скапливаться нефть. Как мы вообще ищем нефть? Как на сейсмических разрезах видна нефть? Во-первых, нефть всплывает. Ну, в смысле, в том плане, что нефть, она легче воды, то есть вода опускается вниз, у нефти плотность меньше, и она всплывает, соответственно, она формируется в антиклинальных. Ну, вот, на прибойных участках. Вот. Откуда, значит, у нас берется нефть? Ну, все считают, что это все просто, все давно уже знают, да, но тем не менее до сих пор существуют разные точки зрения, до сих пор еще существуют неорганики, которые считают, что нефть это просто неорганические соединения, в том числе, допустим, формируются под действием теплового потока в мантиях. А, вы, да? Я один из них. А, недавно говорил, что типа, да нету сейчас таких людей. Никакого отношения не имеет ни к коллекторам и так далее. Но коллектор есть всегда. Ну, то же самое, что у нас в каместоравлении возьми. Ну, коллектор есть всегда. Какой? Там кристаллические сланцы. Там... Они выветрилые, и там есть там пустоты. Нет, в Штокмановском. Дело в том, что там не было накопления никаких органики. Никакой не было. Мигрировала. Вот видите, спор органика и неорганик. И да. Такое постоянно бывает. Это нормально. Не, ну есть за это. То есть мнений должно быть много. Нет, это хорошо. Когда мнений много, тем я, например, считаю, что, скорее всего, было и так, ну, потому что, ну, метан же существует на болото, в конце концов. То есть он типа вот такого вот. Общепринятая, скажем так, органическая точка, считается органическая точка зрения у большинства нефтяников, что нефть образовывалась из остатков организмов, не из динозавров. Именно вот как раз из мелких, если она образовывалась в море, да, то есть это там всякие, то есть те же самые фораминиферы, там еще какая-то вот эта вот мелочь, то есть очень долго... Там образовывались сапропелевое органическое вещество, ну и, скорее всего, из него потом получится нефть. Когда оно погружается вниз, эти высокие температуры и давление нам, значит, формируют нефть. Они ее сформировали. Обычно это бывает не коллектор, это бывают какие-то глинистые, скорее всего, сланцы. То есть вот это вот, кстати, вот, в принципе, оно, вот эти вот захоронены в глинистых сланцах. Вот они такие. Ну, я же говорю, что, в принципе, она может быть неорганическая в каком-то, да, то есть поэтому какая-то часть неорганическая может быть. Нефть — это что? Вот у меня тут нарисованы бензольные кольца. В принципе, химической формулы у нефти нет, потому что у нее очень разнообразный состав, ну, в том числе вот такие вот. А там всего два, это С и H, углерод и водород, все. Ну, в основном углерод. А кислород? Кислород тоже есть, но он в меньших количествах. Нет, я говорю, что у нее даже формула-то химическая не существует, ну, поэтому... Наберите в интернете химическая формула нефти, он вам скажет, а нету такой. Потому что это сложное достаточно. Вот. И потом оно, и вот эта вот нефть, она немножечко где-то там образуется и начинает мигрировать, то есть по каким-то там путям внутри земли. И ищет как раз вот такие вот ловушки, чтобы она могла где-то скопиться. Ловушки — это значит, что должен быть какая-то полость, резервуар, полость вот такая, не это самое, не бак там стоит. Туда должна смигрировать нефть, и также ей должна быть покрышка, именно что вот, чтобы она куда-то дальше не ушла. То есть это вот в любом случае, органическая она, неорганическая, это не важно. Но в принципе вот это вот должно быть. Вот так как у нас нефть содержится в таких вот плотных породах, то есть что это текут не реки, я еще хотела сказать, что в принципе все осадочные породы имеют пористость. Она бывает разная. Она может быть 2%, тогда считается, что это не пористая, да, порода. Бывает до 40%. Ну, там 40% — это, конечно, очень много. Это осадки уже близкие к современным. И там может быть много нефти. Большие залежи. Вот про то, как она течет, это то, что вот она мигрирует наверх. Часто тоже спрашивают, а в земле, наверное, образуются полости, когда мы все это выкачиваем, потом все может обрушаться. На самом деле это не так. Во-первых, вы видите, что она плотная. Во-вторых, в земле, вообще в природе пустоты не бывает. Как только мы выкачиваем газ или нефть, она заполняется водой сразу же. То есть всегда циркуляция флюидов в земле есть. То есть это как живой организм. Вот он так циркулирует. И
Бывает даже там такое высокое давление, что нефть идет сама, где-нибудь, может быть, видели какие-то старые фильмы, там какие-нибудь 40-х, 50-х годов, пробурили, хопс, фонтан. На самом деле это очень плохо и страшно, это авария. То есть это не учли, да, там, технологические какие-то. Такое бывает очень редко. Ее с этих 3 километров еще попробуй достань. Поэтому вот то, что там было на предыдущем слайде, это как раз качалки. То есть туда загоняют обратно эту воду, ну, чтобы как-то нагнетать какое-то вот давление. Ну и, соответственно, нефть поднимается наверх. Есть такое знаменитое месторождение Самотлор, по-моему, про него всегда, когда говорят, вот эти вот показывают фонтаны нефти, умываются там нефтью, вот так вот, ну, вот какие-то старые такие черно-белые кадры. Вот, Самотлор. Там сейчас пробурено 21 тысяча скважин. Ну, не сейчас, это где-то лет 10 назад было пробурено 21 тысяча скважин. Ну, они не глубокие, на самом деле, это кустовые скважины. Вот, там идет 95% воды и 5% нефти. И это выгодно, и это добывают. Ну, я про то, что то есть, пустоты не бывает, в принципе, не, она никуда ничего не обваливается. Не, ну, бывают какие-то, конечно, нарушения там, технологические, что-нибудь такое. Не, это другое. Вот эти все отстойники. Ну, вот я говорю, что, представляете, идет 95% воды и 5% нефти. Ну, оно заканчивается лет 30 уже точно, наверное, заканчивается. Ее все равно наполняют водой, вкачивают. Да. Главный способ, это, конечно. Ну, просто там, представляете, там огромная инфраструктура. В смысле, там куча людей работает. Ну, и плюс еще вот так же появляются уже современные вот эти вот методы той же сейсморазведки. Какие-то цельчки там находят, ну, местами. Ну, я и говорю, что это лет 30, по-моему, еще назад говорили, что все, там еще, по-моему, уже, наверное, лет 30 назад или сколько там уже 90%. Очень активно разрабатывается до сих пор. Ну и причем, допустим, это уже основное на более верхние пласты, сейчас уже более нижние, все равно находят нефть, то есть и оно до сих пор эксплуатируется, разрабатывается. Вот вопрос про то, что можно ли выкачать всю нефть и насколько это возобновляемый ресурс. Ну, теоретически считается, что не возобновляемый, ну, типа тогда когда-то сформировалась, и что ее можно выкачать. Тем не менее, так как я еще являюсь экспертом Государственной комиссии по запасам, всегда очень сложно спрогнозировать, сколько вот здесь вот находится нефти. Вот прям очень сложно. Что мы посчитали, что она такая, на самом деле она где-то будет где-то в стороне, где-то в других более нижележащих пластах, наоборот, вышележащих. Поэтому понять, сколько у нас нефти есть, сколько нефти осталось, практически невозможно на самом деле. Ну, конечно, да, там Путину говорят, все это оценивает, что вот столько-то, столько-то. Это очень приблизительные оценки. На самом деле, и все это сложно. Даже какой-то погрешности нет, там плюс-минус 20-30. Ну, всегда, конечно, да, мы строим вот эти вот погрешности, типа с погрешностью там 90%, ой, с уверенностью 90% будет столько-то, там 10% вот, столько-то. Все равно они очень часто не оправдываются. Ну и кроме того, она сейчас, во-первых, тоже может формироваться где-то там. Кстати, знаете, у нас в стране самая древняя нефть в Восточной Сибири, то есть это Якутия, да? Такой больше нигде нет, это рифейская нефть. Вот рифей, ему там больше 500 миллионов лет. Ездит, наверное, да, цифры. Вот, в мире такого нигде нет, но в принципе везде... И вот как ты теперь ответишь, что? Из чего она сформировалась в рифее? В рифее? А ты вообще говоришь, что неорганики тут сидят. Вот я тебя спрашиваю. Да ладно. Любая порода, она в принципе... Хотя Азор там как раз, да, там действительно. Это все в районе Хани. Да, в районе Хани там действительно там... Извини меня, это месторождение Радунита, там совершенно фантастические силицизированные мрамора, которые из травматолитов. Знаешь, да, вот это вот? У меня дома стоит. Красный, да? Вот, там потрясающее месторождение, там миллиарды кубических метров камня по цвету, яркости лучше, чем даже радонит любой. Но настолько место гиблое, то есть там ближайшая станция Хани, это 200 километров. А берега рек, это там эти обнажения по 40 метров, вот эти пласты древнейших пород с потрясающей красотой. Вот, даже там камень местный назвали радунит, радужный, радостный и удивительный. Радостный и удивительный. Да, радостный и удивительный. Там даже никакой препарировать, особо прям вот эту плиту. Да. Ну, они очень красивые, да. Да, радунит потрясающий, конечно.
Так что у нас такие вот есть вещи, но мы ими не пользуемся. Вот. Привезти хотя бы кубов 10, чтобы Артемка нагонял, там дал заказ, нагоняли бы шаров, был бы монополист. Нет, камень потрясающий, Петербург потрясающий, я понимаю. Ну, то есть, вот видите, получается, что вот мы про Землю знаем достаточно мало. Всегда существуют разные точки зрения. Вообще всегда разные точки зрения существуют. И это, конечно же, на самом деле нормально. Нефть может образовываться до сих пор. А нефть сейчас, может быть, там где-то слышали, допустим, есть сланцевая нефть такая. То есть находят новые места, где она может быть. В таких месторождениях, как Орифей, да, там общепринятой нефти материнской породы нет. То есть, но не нашли. Тем не менее, наши геохимики говорят, вот там есть такое содержание ЦОР, типа 1% там в каких-то этих в глинах может быть. Вторая, откуда там нефть взялась, что оно мигрировало. Что оно, нефть может мигрировать как вверх, так и вниз, так и по латерали, то есть по горизонтали. Вот что, ну, такие. А может быть, да. Может, с мантией пришла, да кто же ее знает. Да. Но, как я говорю, что, в принципе, нам, вот геофизикам, вообще без разницы, органическая, неорганическая, нам главное ловушку найти, чтобы да. был какой-то резервуар, чтобы она никуда не девалась. На самом деле, очень много, ну, нефть образовывалась, ну, как появились эти вот жизни, да, в принципе, она так и образовывается, когда опустились туда вниз, чтобы были хорошие температуры и давление. Она образовывается, она мигрирует, нефть, как я говорила, всплывает, она все время пытается на поверхность выйти. И на самом деле в мире очень много вот этих разливов нефти. Ну, она сейчас уже не жидкая, просто там битумы, асфальты. Вот как раз в Арктике, там вот этот мыс Нордвик, там прям целые битумные поля есть. Это сейчас... Господи, в Каракасе озеро Манаус, извини меня, если взять все сейчас месторождения мира, известной нефти, и сколько мы добыли, сколько известно, то они все месторождения мира умещаются в одно озеро, которое битумное в Венесуэле, прямо около Каракаса, озеро Манаус, то есть это вытекала нефть, порядка там 10 миллионов лет она вытекала, и это просто такой запас, а скажем, такие же битумы в Канаде, там они добывают. Там они уже добывают этих битумных песков. То есть нефть можно добывать, чтобы вы представляли, что нефть не течет. То есть вот добывается такая порода, она просто действительно она вонючая и коричневая. Да? Вот. И спокойно гравитация, то есть когда вы поднимаете эту породу, идет немножко нагрева. И все. Чем хорошо в Канаде, что это за полярным кругом, там холодно. И поэтому они пока все это добывают, все это мерзло. И потом везут уже там, где греет, и она оттуда вытекает. Вот, то есть ресурсы той нефти, которая уже вытекла и застыла, вот, а там что интересно в этом озере, что там 10 миллионов, почти 10 миллионов лет, да, откуда знаете 10 миллионов лет, потому что все равно там специальным образом они роют колодцы, и там огромный музей птиц, причем древних птиц, которые уже сейчас не живут, потому что птица летит, она смотрит, блестит на солнце, потому что битумное озеро выглядит как вода. И птица садится. Представляете, что такое на битум сесть? Птица прилипает и умирает. И вот там вот самые лучшие сохранности, вот эти скелеты, самых разных. А это место пролета, понимаете, да, то есть где Каракас, да, то есть между Северной и Южной Америкой. Вот такое вот месторождение. И вот эти птички там, конечно, будут в то есть количестве. Еще тогда, сколько-то миллионов лет назад, были экологические катастрофы. Ну, сейчас же тоже бывает, что разливается нефть. Разливается. А там просто по трещинам она поднимается, да. Время заканчивается. Я тут еще кратко скажу вот про парадоксы. Вот это бурение кольская сверхглубокая. Она сейчас выглядит вот так. Кольская сверхглубокая скважина. Это до сих пор самая глубокая скважина в мире. Вот видите, написано, да? Бурение велось с 70-го года по 91-й. Ну, в 91-м понятно, что у нас было с Советским Союзом тогда. То есть развалился и закончилось. Но не только из-за этого. Сейчас она в таком вот... заброшенном виде находится. У нее была проектная глубина 15 километров. Хотели как раз вскрыть вот эту вот границу, как я называла, говорила, что называется граница Конрада. То есть между гранитным и базальтовым слоем. Выбрали место на Кольском полуострове. Это на Кольском полуострове, в принципе, у нас залегают одни из самых древних пород, то есть это архейский щит. То есть, и там она должна была подходить очень близко. Ну, вот этот вот и базальтовый слой, и гранитный. Вот чисто для науки, никакой нефти, никаких алмазов там не искали. Это нужна была вот такая вот скважина. Узнать, как из чего состоит земная кора. Вот, бурились они,
добурились только вот до вот этого вот, до 12 километров. И все. И причем как они как вошли в граниты, так они из них и не вышли. То есть, в принципе, сейчас вот эта вот граница так красиво нарисована. Ни одной скважины. Вот эта вот граница, базальтовый слой под континентами не подсечен до сих пор. На этих в океанах, морях бурят, но не смогли добуриться. То есть вот здесь просто куча аварий. То есть мы не ожидали. Ну, во-первых, и технологии были такие, да и мы сейчас, наверное, не сможем, да, такую скважину пробурить. Они не ожидали ни таких температур, ни таких давлений. Ну, сейчас еще покажу, как проекция ствола выглядит, как они там бурили, сколько стволов забуривали. Это же вообще. Вот мы до сих пор не знаем, как она, даже вот тут, вот как она устроена. Вот здесь показаны, по всему миру, на самом деле, пытаются бурить вот эти глубокие скважины, вот показано. Кольская, она вот до сих пор у нас самая глубокая. Очень большое, допустим, строение вот именно вот этого вот базальтового слоя. Была такая программа, вот эта вот Glomar Challenger, это американская. Ну, они по всем морям плавали, если посмотреть на карту, там прям все вот в этих, вот, где они изучали, бурили. Glomar Challenger — это шпионский корабль. Да? А, ну тем более, я не знала. Для меня он научно-исследовательский. Вот, они как раз изучали вот этот вот базальтовый слой, то есть под океанической корой, ну действительно, это он. Вот сколько бы не пытались добуриться, вот видите, тут показаны километры, не добурились. Вот посмотрите, мы до сих пор не знаем. Вот сейчас вроде бы и артисты в космос летают, и корабли браздят просторы нашей Вселенной, но до сих пор не можем. Дело в том, что Glomar Challenger... А он реально же по всему миру ходил. Буровое судно, нет, оно создавалось для того, чтобы поднять нашу лодку, затонувшую атомную. Не знала. Там конструкция судна такая, чтобы можно было с большой глубины поднять. Да, ну они же поднимали Керн. Американцы удостоверились в том, что это, ну, что-то они подняли, какие-то лодки наши в Тихом океане, мы сами не знаем, что они подняли. Вот. Но потом это судно очень удобно приспособили. Ну, у него как бы флаг такой, что мы бурим. Поэтому да. Перемещается везде, хотим побурим там, неизвестно. Они сами лодки теряют. То есть это на самом деле техническое судно для подъема сверхтяжелых грузов с больших глубин. Это, ну, они изучили, это но они очень, работа. Очень здорово изучили, на самом деле, да. Благодаря вот этому, даже с них там скрытое. А геофизики, на какой глубине вот эта граница Конрада? Ну, они же хотели быть на 7, прогнозировали, что на 7 километров, причем реально по геофизике, но я вам раздельно же показывала, граница это есть. И, в принципе, даже когда бурили скважину, они вскрыли какую-то границу, только это все равно была граница внутри гранитов, ну, в любом случае. Там цифра 20 километров была. 12. А, в смысле, ну. На картинке там. На разрезе? Там, а, 12. Вот, все. То есть вот, ну, это вот такие вот, типа, вот она должна была вот это Конрада вскрыть. Не вскрыли. Нет, ну она должна. Вот здесь, вот, если я показывала же разрез, вот у меня был на поверхности моха. В принципе, приблизительно. Ну, половинка где-то там идет, это граница Конрада, что должны были вскрыть базальт. И никак не вскрыли. Да. Бортовая, да? Да. Вот здесь это показано, вот смотрите, как ее бурили. То есть скважина, это вот здесь он такой, да, большой, в смысле, прямой, красивый керн лежит. Она, видите, как у нее ствол идет? Это вот как бурили Кольскую сверхглубокую. Вот это вот первый ствол пошел, авария. Отсюда забурились, нет, сначала они отсюда снизу побурили, да? Отсюда авария. И причем, видите, он как уж, так вот аж в пропеллер закручивается. Потом да. С более верхней глубины опять авария. Ну, никак не могут пробурить. И все скважины, там вот были, которые нарисованы, они все заканчивались аварией. То есть ни одна скважина нормальная. Что значит авария? Заклинило бывает, инструмент. Бывает, инструмент заклинило. Если его теряют. Ну, иногда достают, иногда прям, да, все нет, туда запустят. С такой, наверное, не достанешь. Да, да, либо там все это похоронили. А бывают прихваты, что просто там, допустим, хопсом так все и замерзло. Ну, не замерзло, как это называется. Ну, короче, зажало, заклинило, да, все вот это вот. И бывает, что там даже чуть ли не плавится, потому что там 285 градусов. То есть у нас даже тогда-то... И плюс вращение идет. И плюс еще давление. Да. Плюс еще давление какое-то там. То есть это... Да. Вот. И причем я вот когда-то уже читала про вот эту вот Кольскую сверхглубокую, там такие байки ходили в интернете, что, во-первых, значит, да, российские ученые пробурились в ад. Ну, то есть это реально самая глубокая скважина. Говорили, что туда, да, спускали микрофон, типа записывали, там кричат грешники, там, в аду. Ну, там, вот такие вот эти вот байки ходили. Там забиты эти. Да, в общем, ну...
Ну, причем, да, все эти звуки даже показывают. Нереально вот в скважину спустить микрофон, вот честно. Причем обычный. Он, во-первых, расплавится, ну и это же не такая вот дырка вот земля. Ну, в принципе, по физике это невозможно. Ну, вот ходят вот такие вот байки. Почему не вертикально, а как-то в бок? Они могут. То есть, представляете, это вот уже глубина, допустим, 2,5 километра. Откуда вы знаете, что вон там на 2,5 километра? Пытаются бурить прямо. Получается, как получается. Поэтому есть такие приборы, называются инклинометр, которые измеряют как раз отхождение вот этой вот ствола от вертикали. Всегда. Вот. Здесь вот они. У меня тут еще один слайд. Ну, в принципе, у нас уже 9 часов. Я про как образуются минералы не буду рассказывать. Тем более Дмитрий это рассказывает лучше на следующих каких-нибудь. Да, потом. Я просто... Спасибо. В целом, спасибо. Спасибо.